Ну вот у нас картинка, допустим, с превышением суммы красок. Вот здесь вот смотрим в правый верхний угол, то есть там 370, да? А тут какие-то значимые цвета, которые нужно оставить как есть. 170, 00, там красный. Вот. Можно воспользоваться профилем Device Link для этих целей. А вот. Тут у меня их три штуки. Смотрите, я их приложу, значит, к видео. Смотрите, вот этот вот самый, так сказать, нежный, он, короче, Device Link профиль — это такой специальный тип профилей, который делит не через посредство лаба, а прямо из цветовой модели в цветовую модель, ну в данном случае цмик-цмик. Вот, поэтому он может там выборочно какие-то цвета оставить, ну практически все. Вот тут так и получается 170, смотрим опять в правый верхний угол, здесь также красный, а здесь у нас сумма красок получается, ну вот около 300, да, около 300. Вот, единственное, что давайте приблизим, значит, тут получаются вот в этих местах, обратите внимание, включаю галочку, получаются белесости такие. Ну, то есть, как бы он делит, переделивает как бы таким образом, ну, вернее, даже переделивает, наверное, не очень правильно так говорить про Device Link профили, как бы переиначивает, значит, темные оттенки, ну, как бы переначивает цвета так, чтобы большинство цветов сохранения только в темных оттенках, значит, что-то маленько подсбрить. Ну, в ущерб, так сказать, некоторым промежуточным оттенкам. Они становятся белесые. А есть другой профиль, я его тоже приложу. Вот этот. Он делает, смотрите, давайте сравним, да, вот как этот делает. И как делает вот этот. То есть более... оттеночки получаются более такими, значит, переходы получаются более приятными, но при этом, ну, синий остался как есть, 170-00, а красненький вот маленько уже поменялся, то есть он в приоритет, значит, приятности переходов серых, он немножко все-таки искажает попутно цвета. Ну вот, можно каким-нибудь из них пользоваться в зависимости от ситуации. На самом деле, красный, что 0100, что 0199, это практически одно и то же. Так что, ну, для данной картинки он не очень страшно трогает. Ну вот, такой способ переделивания через Device Link. Профили приложу.